Всем привет-привет! В этом видео расскажу о мороженом. Купили вот такое вот мороженое, называется «Жадина». Ну, я помню, вроде бы когда-то раньше, когда был маленький, его когда-то, по-моему, ел. Но, честно говоря, уже не помню. А может быть, нет. Так, ладно, давайте посчитаем, кто производитель. Ой, как всегда пластик шумит. Ой, это по-казахски. Так, мороженое, это заменитель молочной жижи. В общем, короче, заменитель молочного жира. Стабилизатор. Адрес производства России, Пензенская область. Вот. Короче, в Пензе, где Пенза. Это где-то на этом, ближе к Уралу. Фига себе, с Урала сюда везут. Офигеть, с Пензы. Ну, ладно. Короче, открываем, пробуем. Не, ну, с Пензы мороженое сюда везут. Ну. Сразу... Палочка шоколадная, держать неудобно, за это минус. Но зато здесь вот такие надписи крутые. Ну, не знаю, какая-то звездочка, вот что-то нарисовано. В виде шоколада. Вот это прикольно. Это плюс. А, здесь шоколадка. А, здесь на упаковке просто это. Сейчас, мне на тарелочку. В общем, кушать мороженое надо с тарелочкой. Здесь просто печенька. Интересно, с одной стороны или с двух? Да, с одной, судя по пломбирине. В общем, короче, ладно, пробую. Не, вкусно. Как будто печенька с мороженым. Просто это и есть печенька с мороженым. Не, прикольно. Ну, такое... Не, вкусно. Мороженого мало, не такое холодное. Вообще, можно даже с кофе пить. Ну, с чаем. Вот это мне понравилось очень сильно. Из-за того, что можно и с кофе, и с чаем. И кушается очень быстро, главное. Так раз. Ну, и ты его как бы съел. Ну, по баллам, что по баллам поставлю. Ну, сразу снимаю баллы за то, что это химия. Но это вкусно. Поэтому я иногда люблю химию. Потом... снимаю балл за то, что рассыпается глазурь, и снимаю балл за то, что палочка вот эта в шоколаде и неудобно держать, пачкаешь руку. Вот, за это чистая семерка из 10, ну, 7 из 10 баллов. Ну, кушать можно, кушать она довольно-таки приятная, довольно-таки прикольная, короче, семерочка. Второй раз стал бы я его брать или не стал бы брать, не знаю, под большим вопросом. Но так вообще рекомендую, ну, очень необычно, очень прикольно. Спасибо вам за просмотр, подпишитесь на канал, поставьте палец вверх либо вниз. Пока-пока!